В законодательном собрании Петербурга обсудили проблемы развития современной системы ПТУ. На встрече с депутатами руководители образовательных учреждений отметили крайне низкую заинтересованность выпускников в рабочих профессиях. Если в Европе и Америке в технические училища поступают 80% школьников, то в России аналогичный показатель ровно в два раза ниже. В Петербурге и вовсе это всего 35% учащихся. Такие цифры специалисты связывают с большим количеством высших учебных заведений. Кроме того, на статистику также влияет отсталое техническое оснащение учебных классов во многих ПТУ. Психология у ребят сейчас такая, Жанна Владимировна меня может поправить, безусловно, такая, что они не хотят работать на тех допотопных станках, которые имеются, на автоматических линиях. Они хотят каких-то новых подходов. Закупки нового оборудования, по словам представителей образовательной сферы, мешает недостаточное финансирование, а также слабая поддержка профучилищ со стороны бизнес-сообщества. За прошлый год общая сумма материальной помощи от предпринимателей составила всего 13 миллионов рублей. Как заявил председатель ЗАГСа, в ближайшее время городскому парламенту предстоит обсудить эти проблемы и пути их решения.